Бэкст, 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 Бэкст. Он там! Быстрее туда! Привет, Бэкстеры! Я наконец-то получил приз за прохождение челленджа! Давайте посмотрим же, как это было круто! Ха, по коням! Эд Эллисон, 74 года, оранжевый, и его должность автослесарь. Посмотрим, насколько хороши автослесари. Кстати, дикторы даже не догадываются, что я тоже комментирую эту игру. Ух, думаю, что будет бойня, капец. Итак, против нас вышло два огненных инфернальных клона. Так, пожелаем удачи нашему роботу. Сразу же, сходу, первого! Крутяк! Ой-ой-ой, опасный момент. Главное, чтобы он не задел нас своим огненным мечом, иначе мы вообще просто превратимся в угольки и сгорим прямо на месте. Рубанули ему ногу. Это просто крутяк. Он... Бабах. В общем, он остался у нас без ног. Круто. Итак, что же сейчас прокачает наш дрон Эд? Красавчик Эд. Давайте же посмотрим. Кстати, кто проходит челленджи Инферно, советую всем на втором уровне качать кик. Сейчас вы поймете почему. Я плохого не посоветую. Тыкс. Поднимаемся наверх. Сейчас будет такой крутой уровень. Я же говорил, что это идеальное место для кика. Сейчас все будут занюхивать нашу пяточку. Так, потренируем растяжечку. Ага, роскошненько. Вы посмотрите, какие языки пламени там. Сейчас они полетят в эти языки. Сразу нескольких одной пяточкой. Двое, правда, пробрались, но это ничего, ничего страшного. Ё-моё, кому-то снесли черепуху. Пупок! С пятки в пупок! Вон тут яйцеголовый здоровый, который с молотом не хочет сгорать. О, посмотрите, какой он упертый. Упертый, хотел сказать. Хе. Ну, погибай же! Есть! Победа была... Ну, как вам сказать, это была довольно легкая победа. Потому что мы достигли ее при помощи пяточки. Что же мы сейчас прокачаем? Блок! Блок отстрел мы прокачали, ребята! Ух ты, вот эта карточка, ё-моё! Сейчас будет баталии! Интересно, что сделает Эд? Ничего себе, здесь языки пламени и лучники. Так, Эд пытается сбалансировать свой меч и отбивать стрелы. И кажется, у него это получается. Вы посмотрите, он одного сбил, второго. Ну, последний остался, третий, давай. Ха, тот перепрыгнул. Ну, еще раз стрельни же. Неплохо. Мы попали ему в плечо, и он, в общем, от этой стрелы загорелся и сгорел. Превратился в угольки. Остался, кстати, это мечник. Мечник с инфернальным мечом. Как я уже говорил. А что я там говорил? Кажется, наш мечник уже купается в лаве. Неплохо, неплохо. На. Наш Эд решил почистить площадочку. Не любит, когда мусор. Я слышу, как мусорчики вылетели. На своих вертушках. Так, ладно. Что же мы сейчас прокачаем? Точнее, что прокачает Эд? О, наконец-то! Инфернальный меч. У нас теперь есть инфернальный меч. Это очень круто. Какая интересная карточка. Ну, мне кажется, что здесь в ход пойдет пяточка. Или даже вообще ничего не пойдет. Вы посмотрите, они просто туда падают сами. Половина уже самостоятельно спрыгнула. О боже ж ты мой, что творится? Ну, лучников они самостоятельно не спрыгнут, поэтому мы им помогли. Викторы, еще кто бы сомневался. Так, это опять за свое. Начинает расчищать площадочку. Ох. Неплохо, неплохо было. Ух ты! Дикторы говорят, что сейчас будут хаммерботы. Да еще на джетпаках. А-та-та. И Эд тоже качает джетпаки, чтобы сравняться с ними. Так, получается, там у нас, по-моему, 4 мечника и 3 хаммербота.
Ничего себе, да еще на джетпаках. Опасненькие моменты сейчас будут. Так, кого-то там уже разколбасило. Ух ты, минус один хаммербот. Ничего себе. Ну, рубись, да, красавчик. Ё-моё, хаммерботы, они всегда такие безбашенные. Ёшкин кот. Я думал, сейчас хаммербот снесет ту толпу из мечников. О, как это было недурно. Одной пяткой троих в линию. Так, минус один прям на лету поймал его. Этого на лету? Да. Я прям предсказал его движение. Неплохо. Слушайте, на лету, конечно, красиво получается. Что же Эд прокачает сейчас? Как вы думаете, какие ваши догадки? Что лучше всего прокачать для следующего уровня? Ага, он улучшил джетпак. Теперь джетпак на 25% шустрее. Вау. Что это за карточка такая? Если честно, я такое впервые вижу. Да я тут вообще все карты, которые были до этого, тоже впервые вижу. Боже ты мой, лучники просто срубили своему же ноги стрелой огненной. Ой-ой-ой, вы посмотрите, там языки пламени преграждают путь к нашей платформе. И чтобы нам прыгнуть, нам нужно подождать, пока они закончат свое извержение пламени. Так, Эд пробирается к пауку, одновременно спинывает инфернального лучника. Ну же, пробей ему в глаз. Нет, не получилось, ребят, не получилось пауку пробить в глаз, почему-то Эд спрыгнул. Но зато он умудрился снести лучника. Так, второй лучник просто сам окочурился. Так, подожди, Эд, языки пламени, не забывай про них. О, круто. Давай же, сруби одного уже паучару. Они такие бесячие. Так, поцарапали пузо одному. Интересно, он догорит или нет? Нет, не догорел. Мы упали вместе с лучником. Черт, 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 давай, Эд. На нитро просто разрубил этого лучника пополам. Вперед, прыгай. Йеху, по-моему, остался один лучник и... Да! Было два паука, остался один. О, это плохо, плохо. Гранаты нас не нужно класть на лопатки. Так, минус лучник. А, нет, он просто упал. Минус паук. Вот минус паук, это точно. Да! Вот так вот всем. Вот так вот всем этим... Спайдертроном и Свордботом. И инфернальным всяким лучником. Ништяк. Так, что у нас здесь есть на прокачку? Ага, улучшаем блокировку стрел. Ух ты, вот это монумент лучником. И у нас здесь появились инфернальные лучники. Кстати, опасные лучники. Но у нас хорошо, что прокачан блок стрел. Если они также попадут в нас стрелой, то считай, мы сгорели. И это очень плохо. Ну же, уворачивайся, Эд. Хотя зачем уворачиваться, если у нас есть блок стрел? Вы посмотрите, лучники достают мечи. Так, походу они перешли в ближний бой. Ай-яй-яй, опасный момент. Есть! Эд снес двоих одновременно, разом. Остался один. Эд поджег ему руку. Так. Пнул его с пятки и пытается сейчас его... Нет, лёжа не получилось, не получилось. Вот. Ну же, какой напряженный поединок. Еее! Всё-таки у него это получилось. Он уложил его на лопатки и просто распилил. Круто, Нам фартит пока. Что прокачаем сейчас? Какой следующий уровень, интересно? Дикторы говорят, что им очень нравится следующий уровень. Посмотрим, что там. Вау. Хаммерботы. И посмотрите, там, кстати, два босса. Два босса хаммербота. Так, минус один. Сразу же... О, босс снес своего же помощника. Недурно. И я думал сейчас... Да! Минус один. Причем руками хаммерботов. Ей, ништяк. О-хо-хо-хо. На нитро просто его размозжили нашим фаер-свордом. Так, Дэн опять за старое. Решил уборочку устроить.
Или он хочет забрать с собой вот этого хаммербота. А не получилось, не получилось. Ну уже, что сейчас прокачаем? Эд, давай прокачаем. Кстати, он еще ни разу не прокачал клона. Обалдеть. Энергию хочет? Нет, лук! Лук! Круто! У нас теперь есть лук! Круто! Эд натягивает тетиву заранее, чтобы потом накопилась энергия. Эд словно знал, что нужно прокачивать лук. О, уже минус один лучник с нашего лука. Ха, круто. Минус второй лучник. И сейчас, походу, будет минус третий. Или нет? Как вы думаете? Минус три. Так, гранаты от спайдер-трона летят. Ха-ха! Наша стрела промахнулась, но взорвалась граната спайдер-трона, и она скинула лучника. Сейчас мы его так добьем. Оу, неплохо. С кика и ударом меча. Оу, вот это момент! С лета! Киком зафигарил бота. Остался хаммербот. Хаммербот улетел куда-то наверх. Давайте-ка за ним. Оу, спайдер-трон, вот он как раз. Сейчас мы его... Ах, пузо поцарапали. Ай-яй-яй, смотрите, накрыло граната, и хаммербот упал в лаву. И он сгорел. Так, это же хорошо. Нам же легче. Еее, спайдер-трон поражен. Замечательно, просто замечательно. Кто у нас еще остался? Остались, по-моему, лучники, слушайте. И, кстати, он, по-моему, последний. Кажется, Эд хочет с ним поиграть в прятки. А нет, он его хотел скинуть. И слет не получилось. Но все равно у него получилось поразить мечом инфернального лучника. Неплохо, неплохо. Хороший был раунд. Напряженный, но Эд справился. Финальный уровень челленджа, ребята. Финал! О, финал. И на финал Эд прокачивает улучшение для своего инфернального меча. Огненного инфернального меча. Эд натянул тетиву. Кажется, он метится в глаз. Спайдер-трону 6000. Интересно, попадет или нет? О, круто! Круто, 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 круто! С такого расстояния попасть в глаз, учитывая, что спайдер-троны постоянно в движении. Так, кажется, там... Ой-ой-ой-ой, слишком близко к инфернальному мечнику. Но это вот, ну... Ага, одноглазый спайдер-трон. Оу, кажется, мечнику уже кранты после такой гранаты. Но Эд сразу же поражает еще и хаммербота. Отлично. Эд взлетает и летит, как Супермен, к лучникам. А, какой хитрый маневр. Вы посмотрите, он сразу же убил всех лучников. Ихними же стрелами. Хе-хе, Эд, походу, понравилось летать. Он повторяет процедуру с этими же лучниками, и у него, в принципе, это получилось. Остался, по-моему, один спайдер-трон 6000. Ребята, я поздравляю! Вау! Да! Мы прошли этот челлендж уровень. Круто! Я вас всех поздравляю. И поздравляю Эда за такое роскошное прохождение. Ну что, если вам понравилось, то ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить много интересного. И да, если вы хотите еще клон дрона, то давайте наберем больше 100 лайков. И тогда я сделаю еще одно прохождение челленджа, а там как попрет, посмотрим. Также буду я, ваш покорный слуга, ваш диктор. Ну, вроде бы все. Всем пока, удачки и до нового видео. Баю-бай, бак-бак-бак. Обманул.